Вспомните любимых диснеевских героев. Ариэль из «Русалочки» или чудовище из «Красавицы и чудовища». Наверняка нужна незаурядная фантазия, чтобы придумать таких ярких персонажей. Imagination. А вот и нет. У Глена Кина, который разработал их дизайн, фантазия попросту отсутствует. Он не может ничего представить в голове. Всем привет, с вами Смирнов Скул, и сегодня мы поговорим про афантазию. Наше воображение работает как мысленный взор. Это способность представить тот или иной образ, не располагая всей информации о нем. Соответственно, афантазия – это мысленная слепота. Например, ты просишь человека с афантазией представить лес. Он понимает концепцию образа, знает, что в лесу есть определенные деревья, растения и животные. При этом он не может вызвать в воображении картинку или вспомнить леса, в которых побывал. Если вы покажете ему фото леса и попросите нарисовать по памяти, то на рисунке будет крайне мало деталей. Вот такая особенность. А фантазия касается не только зрительных образов, но и каждого из пяти чувств. Например, у некоторых людей нет внутреннего голоса. Неспособность представить запах еды или ощущение от прикосновения к предмету – это тоже афантазия. Но по сравнению со слепотой внутреннего взгляда, она не так удивляет и изучается меньше. Первые исследования афантазии проводились еще в конце 19 века, но сам термин появился только в 2015 году. Тогда британский невролог Адам Земан и его коллеги пришли к выводу, что афантазия проявляется у 2-3% населения. Это больше сотни миллионов человек. Афантазия – это не болезнь, это просто особенность восприятия. Профессор Земан утверждает, у всех разные мыслительные процессы, и они не влияют на качество того, чем вы занимаетесь. Так что я не умею рисовать, потому что плохо с фантазией – уже не оправдание. После публикации исследований тысячи людей связались с Земаном, чтобы сказать ему, что у них, оказывается, тоже афантазия, хотя они никогда в жизни не подозревали об этом. Самое интересное – многие из этих людей занимаются творчеством. Существует разница между знанием или памятью о том, как что-то выглядит, и созданием мысленного образа этой вещи. Чтобы нарисовать объект, достаточно понимать, как он выглядит или будет выглядеть. Когда диснеевский аниматор Глен Кин начал придумывать дизайн Ариэль, в голове у него была пустота. Ни одного образа. Однако Кин прекрасно знал, как выглядят люди и как выглядят рыбы. Эти знания плюс навыки, полученные в результате многолетней практики, направляли его руку. Кин не может представить Ариэль, но без проблем может ее нарисовать. При этом Кина не отвлекает изображение в голове, как бывает у людей с богатой фантазией. Ставь лайк, если картинка в твоей голове отличается от того, что получается в итоге. Конечно, чтобы достичь такого уровня мастерства, Кину пришлось много и упорно трудиться. Еще в школе он начал изучать анатомию. Отец подарил ему книгу Берна Хогарта «Динамическая анатомия для художников». На этом Глен не остановился и постоянно тренировался рисовать человеческое тело. Так он отточил свои навыки. Ты тоже можешь придумывать и рисовать классных персонажей, даже если ты не Глен Кин. Для этого понадобится планшет, готовность много практиковаться и курс Smirnov School «Основы рисования персонажей». Смотри, какие работы получаются у наших студентов. Хочешь попробовать свои силы? Тогда держи скидочку и приходи к нам на курс. А мы продолжаем. Поначалу русалочка Кина – это просто каракули, набор неразборчивых линий, которые потом, шаг за шагом, автор превращает в персонажа. Он выделяет и вычитывает линии, пока не найдет нужную ему форму. Многие из художников со фантазией подчеркивают этот аспект своего творческого процесса. Им нужно с чего-то начинать – линии, силуэтов или пятен. Уже существующее абстрактное изображение они могут изменить, что-то стереть или добавить. Создание чудовища было таким же процессом проб и ошибок. Глен Кин начал с копирования головы буйвола, которая висела в его студии. Затем попробовал добавить черты других животных – гориллы и льва. В процессе он обнаружил, что висячие коровьи уши делают образ чудовища менее агрессивным. Но настоящим открытием стало, когда Кин добавил человеческие глаза. Для Кина это было
как будто встретил старого знакомого. Тот, кого он знал много лет, но никак не мог представить. Экс-президент Pixar и Disney Эд Кэтмилл заявляет, что фантазия вовсе не преграда для творчества. Люди приравнивают визуализацию к творчеству и воображению, но это не одно и то же. Считается, что если ты можешь вообразить что-то, значит можешь и нарисовать. Но это ошибка. Как много людей могут нарисовать то, что они видят перед собой? Очень мало. Так что, если ты не сможешь нарисовать то, что видишь перед собой, как ты можешь ожидать, что нарисуешь что-то, что ты вообразил? Кстати, у самого Кэтмилла тоже афантазия. Он обнаружил это, когда неделю не смог продвинуться в медитации дальше пункта «Вообразите сферу». У художников с афантазией есть преимущество. У них просто нет соблазна рисовать сразу из головы. Это еще и своеобразная мотивация. Ты не увидишь объект живо и в деталях, пока не нарисуешь его. Художнику с афантазией, как и любому другому, рисовать помогают референсы. Вне зависимости от силы воображения, вам все равно придется опираться на рефы и сделать множество набросков, прежде чем вы нарисуете достоверное изображение. Именно так работают профессионалы в игровых, кино и анимационных студиях. Люди с афантазией прекрасно умеют видеть красоту. Они лишены способности созерцать мысленным взором, но зато их зрительное внимание к тому, что происходит здесь и сейчас, бывает усилено. Художница Элис Коулс считает: «А фантазия дает мне свободу мыслить нестандартно. Это своеобразное мышление на стероидах». Похожего мнения придерживается художник Майкл Чэнс. А фантазия для него – способ увидеть то, что он не может представить. Майкл говорит: «Отсутствие у меня способности визуализировать образы в уме – это отличная мотивация. Я часто начинаю картину, не зная, что буду рисовать, и у меня нет конечной цели. Я импровизирую, и так получается рисунок». Это ощущение шага в неизвестность очень волнует, а материализация скрытых образов просто завораживает. Что же в итоге? Особенности нашего восприятия сильно различаются. При этом сила воображения не делает из тебя хорошего художника автоматически. На первом месте все еще остается практика. Напоследок проведем мини-эксперимент. Закройте глаза. Представьте, допустим, яблоко. Во всех деталях, включая оттенки цвета, текстуру кожуры. Мысленно покрутите его, рассмотрите с разных ракурсов. Представьте его запах и вкус. Представьте ощущения от кожуры на пальцах. Ну как, получается? Пишите в комментарии, удался ли эксперимент и как у вас вообще обстоят дела с воображением. А еще ставьте лайк и жмите на колокольчик. И, конечно, увидимся в топах ArtStation.